В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Единовременные выплаты и пособия. Какие изменения в социальной сфере коснулись саровчан? Новые фортепиано, скрипка, баяны и аккордеоны. В рамках нацпроекта «Культура» детская школа искусства обновит музыкальные инструменты. Хороводы, песни и встречи с друзьями. В Доме молодежи прошел праздник для ветеранов города. Далее расскажем обо всем подробно. Получать пособие на первого ребенка теперь можно до исполнения ему 3 лет. В январе вступили в силу изменения в федеральном и региональном законодательстве по мерам социальной поддержки. Претендовать на ежемесячные денежные выплаты смогут семьи, чей среднедушевой доход ниже 22 496 рублей. Подробности в следующем репортаже. С 1 января этого года некоторые региональные социальные пособия проиндексированы на 4%. Это касается в том числе выплат многодетным семьям на питание и проезд детей в общественном транспорте. Внесены изменения в закон о выплатах при рождении первого ребенка. Речь идет о детях, которые родились с 1 января 2018 года. Деньги выплачивали до 1,5 лет. Теперь пособия будут предоставлять до достижения ребенком 3 лет. Если вот ребенок родился с 1 января 2018 года и 1,5 года ему исполнилось уже в июле 2019 года, и мы выплаты эти прекратили. Так вот, я обращаю особое внимание, те, кому выплаты прекращены в связи с достижением 1,5 лет, необходимо обратиться в Управление социальной защиты для выяснения, имеют ли они право для восстановления этих выплат. Выплаты назначают, исходя из дохода. Ранее средства выделяли при условии, что среднедушевой доход семьи за предшествующий обращению год не превышал 15 463 рублей. С 1 января эта сумма составляет 22 496 рублей. Каждый год семьям, получающим эту соцподдержку, нужно подтверждать соответствие критериям. Также произошли изменения, касающиеся выплат на третьего ребенка. При рождении третьего ребенка мы выплачивали пособие в размере 9 009 рублей. А вот с 1 января 2020 года размер этот 9 355 рублей составляет. И также критерием стал доход 22 496 рублей. А до этого это было 30 тысяч. 30 тысяч было у нас, 741 рубль. При рождении или усыновлении четвертого и последующего детей пособие назначат при условии, что ранее семья этим правом не воспользовалась. Меры социальной поддержки предоставляются со дня обращения. Есть изменения для ветеранов труда и ветеранов труда Нижегородской области. Изменен критерий нуждаемости. Сейчас он составляет 23 736 рублей. Граждане, чей доход ниже этой величины, получат 50% компенсацию при оплате услуг ЖКХ. Это произойдет автоматически. Узнать подробную информацию о выплатах, которые выделяют разным категориям граждан по линии соцзащиты, можно по телефону 98-126. Полностью интервью Натальи Тимченко смотрите в эфире телеканала «Саров-24». Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Свой боевой путь Виктор Никонорович Ваганов начал в 1943 году командиром взвода автоматчиков. За участие в боях награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги и за победу над Германией. Победу он встретил под Прагой и в наш город приехал в середине прошлого века. Сначала служил в Саровской дивизии, а потом работал в ядерном центре. В январе полковнику в отставке Виктору Никоноровичу Ваганову исполнилось 95 лет. Лето 1941 года Виктор Никонорович, тогда 16-летний мальчишка, запомнил навсегда. В его родном городе Можге в июне праздновался традиционный татарский праздник Сабантуй. Все жители города были на скачках, но прибывший отряд милиции объявил о тревоге. Началась война. В это же время Виктор вместе с другими ребятами был отправлен на сельскохозяйственные работы. Убирать урожай было некому. Мужчины были призваны на фронт. Параллельно с учебой началась военная подготовка. У нас началась военная подготовка в военкомате с ребятами, девочки, с ними занятия, санитарная подготовка и радиоподготовка. Сразу после школы Виктор Никонорович был отправлен в 3-е Ленинградское пехотное училище в город Воткинск. Затем молодого бойца направили на 1-й Украинский фронт, в 1-ю гвардейскую армию. Это было нелегкое время. На фронт добирались в товарных эшелонах с сеном. Пассажирское сообщение было только до Харькова. При пересадке под деревней Дарницей новобранцы пережили первый удар немецкой авиации. Повезло. Огромные тюки с сеном задержали осколки. В Киеве Виктор Никонорович в последний раз встретился с отцом. Я пришел в казарму, где отец располагался, нашел начальника караула, проинформировал я то, что вот еду на фронт. Он повел меня в это здание правительства, отец стоял с винтовкой на посту, он его сменил,
Ну, вот и так, примерно 4-5 часов я имел контакты с отцом. За годы войны Виктор Никонорович в составе дивизии был в разных городах и странах. Особенно запомнился ему последний бой под Прагой. Немцы нанесли авиаудар по взводу. Большинство бойцов погибли сразу. Действовать надо было незамедлительно. Ваганов схватил пулемет и выпустил очередь на поражение. Там же, под Прагой, Виктор Никонорович узнал о победе. 9 мая нас уже в Прагу в саму мы не пустили, потому что уже там все мероприятия проводились. Ну, день солнечный, но примерно уже так 11:30 вдруг открылась стрельба зенитчиков. Но в километре от нас вот находился зенитный полк. Вот он отмечал победу своими зенитными залпами. За бои в Чехословакии Виктор Никонорович награжден вторым орденом Красной Звезды. По итогам боев за Прагу награжден чехословацкой медалью за храбрость. После окончания войны Ваганов продолжил службу на Западной Украине, где участвовал в столкновениях с бандеровцами. А в 1951 году приехал в секретный город Арзамас-75, где более 30 лет нес службу по охране стратегических объектов госкорпорации «Росатом» и 17 лет в НЕВ в должности старшего инженера гражданской обороны. После выхода в отставку в звание подполковника Виктор Никонорович продолжает активную общественную деятельность. С удовольствием общается с молодежью, участвует в жизни ветеранского сообщества. Изменена дата приема документов на зачисление в первые классы. Как сообщили в Департаменте образования, заявление можно будет подать 1 февраля через портал государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре или непосредственно в образовательном учреждении. Начало приема документов в 8:30. Более подробную информацию можно получить по телефонам 955-21 и 955-20. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 20 января в актовом зале Дома учителя состоится собрание для родителей и ребят, которые проживают на территориях, закрепленных за статусными школами. Напомним, с прошлого года будущих первоклассников, которые проживают на территориях, закрепленных за гимназией номер 2 и лицеями номер 3-15, зачисляют в организацию под названием «Центр образования». Она находится в здании бывшей школы номер 19 по адресу улица Куйбышева, дом 1. Из-за ограниченного количества мест в зале Департамент образования просит прийти на собрание одного из родителей от каждой семьи. Собрание начнется в 18 часов. В ближайшее время помещение бывшего магазина «Дружба» выставят на продажу. Об этом сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом. Речь идет о примерно 1500 квадратных метров. Торги пройдут в электронной форме на национальной электронной площадке. Начальная стоимость – 26 миллионов 880 тысяч рублей. В субботу, 18 января, команда «Атом» проведет в 3-м лицее баскетбольный мастер-класс. Приглашаются все желающие. Показательные выступления пройдут в рамках 5-го урока. Он начнется в 12:15 и будет идти 40 минут. Более подробно о грядущем мастер-классе можно узнать в официальной группе баскетбольного клуба «Атом» ВКонтакте. Поздравления с Новым годом и теплые слова пожеланий. В Доме молодежи прошел праздник для пенсионеров Сарова, который организовали городской совет ветеранов при поддержке администрации ядерного центра. Гостями вечера стали более 400 пожилых людей. Подробности в следующем репортаже. Душевные беседы с друзьями и коллегами, обсуждение последних новостей, песни и танцы. На городском празднике ветеранов было все. Главное, было весело. С приветственными словами гостям обратился глава города. И еще раз мы говорили, говорим и будем говорить вам огромную благодарность за вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, за независимость нашей страны, за могущество нашей страны, за те направления, которые и сейчас развиваются благодаря вашему труду, благодаря вашим достижениям. На празднике звучало много теплых слов в адрес ветеранов. На сцену один за другим поднимались представители городской думы, администрации, ядерного центра, ветеранских организаций, чтобы пожелать пенсионерам беречь свое здоровье и активно участвовать в жизни города. Здоровья вам, вашему окружению. И главное, держитесь все вместе, любите себя, оглянитесь вокруг и поддерживайте друг друга. Всех благ вам. Концертную программу подготовили творческие коллективы города и ансамбли самодеятельности ветеранских организаций. Пенсионеры 5-го микрорайона порадовали зрителей частушками и хитами советской эстрады. Гостями вечера стали более 400 ветеранов города. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы, танцевали и пели песни.
В этом году сразу 17 образовательных учреждений сферы культуры и искусств приобретут новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели выделят почти 90 миллионов рублей. В том числе свою базу обновит детская школа искусств «Сарова», которая в 2020 году отметит свое 45-летие. В рамках нацпроекта «Культура» детская школа искусств в этом году получит новые музыкальные инструменты на сумму более 5 миллионов рублей. В список войдут фортепиано, кабинетный рояль, концертная скрипка, вибрафон, аккордеон, баяны, саксофоны и гитары. Собственно, все инструменты, по которым мы обучаем в нашей школе искусств и по которым у нас есть предпрофессиональная программа. Также наши методические фонды пополнятся, хоровое отделение, для них будут закуплены хоровые станки, для отделения архитектуры будут закуплены интерактивные доски и нотная литература также по изобразительной грамотности, изобразительного искусства. В этом году детская школа искусств отмечает свое 45-летие. Воспитанники ДШИ постоянно становятся победителями фестивалей и конкурсов, в том числе международного уровня. В родном Сарове они принимают участие в различных концертных программах, радуют горожан яркими вокальными и танцевальными номерами, интересными выставками. Новые инструменты дадут толчок развитию талантов детей. Этим охватится более, я думаю, 400 человек этими инструментами и оборудованием соответственно. Ну и практически все отделения школы, за исключением общеобразовательных школ, будут пользоваться этими инструментами, которые мы приобретем. Последний раз материально-техническую базу школы обновили в 2018 году благодаря поддержке госкорпорации «Росатом». Новые инструменты появятся в ДШИ до конца этого года. Активисты клуба общения «Лотос» запустили в интернете акцию «Саров – удобный город», цель которой – создание общей информационной базы о доступности городской инфраструктуры для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. О том, как принять участие в акции, расскажем в следующем репортаже. Пандусы, кнопки вызова персонала, таблички со шрифтом Брайля. Быть может, эти средства незаметны для большинства горожан, но они очень необходимы людям с ограниченными возможностями здоровья. С помощью них саровчане на инвалидных колясках, слепые и слабовидящие могут посещать различные учреждения города. Активисты клуба «Лотос» постоянно обследовали Саров и собирали данные о доступности здания для маломобильных жителей. Если там пандусы поручни, да, ну, чтобы удобно, можно ли вообще попасть в этот объект? Разговаривали с администрацией учреждений, например, ну и потом делали какие-то выводы. В этом году организаторы акции «Саров – удобный город» приглашают к участию в проекте всех жителей и гостей города. Конечная цель – создание информационной базы доступности городских объектов. Чтобы охватить как можно больше учреждений города, мы вообще вот как раз приглашаем активных жителей города и сами даже сотрудников учреждений сфотографировать объекты городские, где есть пандусы, поручни, да, желтые обозначающие полоски, круги, оборудованы ли туалеты, да, ну, то есть лифты специальные, подъемники какие-то, может быть, кнопки вызова техперсонала. Принять участие в акции просто. Нужно всего лишь сфотографировать здание снаружи и внутри так, чтобы в кадр попали приспособления, помогающие людям с ОВЗ передвигаться и ориентироваться в этом учреждении. Затем этот снимок нужно разместить в официальной группе клуба «Лотос» ВКонтакте с хэштегом «Саров – удобный город». Хочется попросить горожан, чтобы они не оставались равнодушными, чтобы акция получилась достаточно полноценной, потому что город наш развивается, инфраструктура улучшается. Хочется, конечно, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя ущемленными, да, и смело могли посещать любое вообще здание нашего города. Акция продлится несколько недель и закончится в конце января. После подведения итогов будет принято решение завершить проект или продолжить его. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канал 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.